тренировались буквально 2 дня назад. И сразу как бы это тренировочная игра, которая нам она была интересна для того, чтобы посмотреть все наши слабые и сильные стороны. То есть в этой игре сразу все было видно. Хотя, конечно, ребят настраивали, сами готовились, ну, на другое содержание, но сразу видно, что видно, что ребята приехали с хорошим настроением, с хорошей физической подготовкой. Нужно только подтянуть какие-то игровые технические схемы для того, чтобы даже с таким соперником, который всегда будет постарше, можно настроить. Вот то, на чем мы будем 2 дня готовиться на следующей игре, чтобы уже более достойно выглядеть. У нас планы 2 недели первый сбор. Вот, к концу этих 2 недель у нас 3 игры со сборной Грузии, которые мы будем проводить здесь на базе для того, чтобы проверить, потом у нас дальнейшие 4 дня перерыва и уже опять собираться здесь на базе уже непосредственно до самого отъезда на чемпионат. То есть у нас как бы режим такой очень плотный, очень активный, чтобы подготовиться к основанию для выступления чемпионата. Ну, впечатления какие? Ну, первая игра есть первая игра, надо было посмотреть всех в деле, всех игроков, сделать какие-то выводы, выводы, которые мы будем делать. Ну, в общем-то, кондиции команды на сегодняшний день неплохие. Будем работать дальше, повышать их. Ну, а сыгранности еще мало. Ну, о сыгранности говорить еще рано. Хотя игроки некоторое время, некоторые даже игроки несколько лет вместе играют в сборных. 16-18 лет и так далее. Ну, вместе с тем, год прошел, им надо опять сыгрываться, новый тренер, новые как бы требования и так далее. Требования были играть именно от защиты, то есть, ну, стараться защищаться полную силу, потому что от защиты строится потом и быстрый прорыв, и все остальное. Ну, первой половине удалось, а вторую половину, ну, адаптировалась команда соперника, плюс немножко не поменяли форму защиты, которую мы еще, ну, как бы не проходили, только ознакомились против зоны нападения. Ну, будем работать. Послезавтра снова играем и снова будем как бы опробировать какие-то новые заготовки, варианты и так далее. Проявили все, то есть все хотят, проявили все себя очень и очень. А как основных игр, ну там чемпионат покажет. Потому что контрольные игры это одно, турниры международные в Турции мы летим это другое. А официальные игры, где решается быть или не быть, другая химия крови, это совсем другое.